Нелегко об этом говорить, Уэсли, но ничего не поделаешь. Мамочка с папой разводятся. Что, прошла любовь-морковь? Да, видно, не судьба. Предметом спора по настоящему делу является опекунство над дворнягой. Да. Вперед! Мистер Лонерган показал себя как абсолютно безответственный. Безответственный? Попрощайся с мамой. Ты не посмеешь! Суд постановил признать опекуном мисс Грин. Скажи пока, папочка. Я верну тебя, Уэсли! Как дела? Не знаю. Как пес? Без понятия. Да. Когда на душе мерзко, переходи на этап 2. Злись. Ненавижу. Уэсли на грани психологического срыва. Твои уловки, Клей, не помогут. Он счастлив здесь. Тебе же хорошо со мной, верно? С кем тебе лучше? Мне не нужен мужчина. Разве? Присмотрись к нему получше. Знаю, раньше все было по-другому. Берегись! Но прошлого ведь не вернешь, так? Есть планы, мне нужна ваша помощь. Мы хотели как лучше, Уэсли. И лучше будет нам побыть вместе. Это здорово. Спасибо. Знаю, еще один вопрос. Одно небольшое разногласие.